Как рисуют дизайнер одежды? Сверху и отмечаем снизу. Проводим вертикальную линию. Делим ее не пополам, а берем чуть выше. Затем верхнюю часть делим пополам и каждый отсек еще разочек пополам. Получается 4 части. Нижнюю часть делим либо пополам, либо чуточку выше. Так будут ноги казаться длиннее, потому что уровень коленок будет выше. Здесь умещается голова, затем идет длинная и тонкая шея с плечами. Вот эта вот линия – это уровень талии. Приводим линии сюда. Талия должна быть узкая, но все-таки в меру, не перебарщивайте. Вот эта линия – это линия бедер. Рисуем здесь трапецию. Вот отсюда ведем линию к низу. Это будет одна нога. И вторая нога будет там сзади. Рисуем овал. Снизу еще один овал. Плечи. Локоть на уровне талии. Вот эта часть и вот эта часть будут равны. Вот такие вот пропорции получились.